Здравствуйте. О погоде на следующую неделю расскажу сегодня я, Альмир Кашубаев. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет держаться на отметке от плюс 8 до плюс 17 градусов. Ночью от плюс 5 до плюс 11 градусов. В конце недели ожидается дождь. Скорость ветра составит от 3 до 7 метров в секунду. Желаю вам хорошей недели. Пока-пока.